Здравствуйте, вы смотрите программу «Моя планета», в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях номинанты на соискание премии «Выпускник 2018 года», которая в ближайшее время пройдет в Кремле. Здравствуйте, ребята. Все это выпускники Одинцовской лингвистической гимназии и заместитель директора Татьяна Борисовна Расолова. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть в нашей студии. Прежде чем перейдем к премии, прежде чем перейдем, мы поговорим обо всей этой красоте. Юр, начались экзамены, активно вы все сдаете ЕГЭ. Что уже сдано, что еще предстоит? Какие ощущения, чувства? Страшно, не страшно? Основные уже экзамены позади. Мне остается только сдать литературу. Ну, мне не было страшно, если честно. Я спокойно, уверенно в себе сдавал все предметы. Мне только литература больше. Как ты считаешь, сдал основные экзамены? Хорошо, троек точно не будет. Ниже 60 или 70 баллов я не рассчитываю. Оскар, какие экзамены ты уже сдал? Вообще, как все проходило? И совпало ли это с теми ожиданиями? То есть, было ли это страшно, волнительно? Вот как все проходило? Сдал ровно половину экзаменов. Это профильная математика и русский язык. Ну, профильную математику в этом году усложнили. Не совсем то, чего я ожидал. Но в целом считаю, что написал все вполне неплохо. Так что вот жду результатов теперь. Ну, мы тебе желаем, как и всем ребятам, успешной сдачи оставшихся экзаменов. Конечно же, получить только наивысший балл, ну, по сотни каждому. Да, Татьяна Борисовна? Да. Татьяна Борисовна, как в этом году выпускники справляются с ЕГЭ? Ну, еще результатов не было ни по одному экзамену. Справляются, если не они, то кто? Мы обычно так всегда говорим, потому что у нас очень хорошие дети. Учатся в гимназии и готовятся, и подготовленные, собираются поступать в престижные вузы. Но экзамен – это есть экзамен, экзамен – это лотерея. Всегда бывает, что из 5 вариантов попадется какой-нибудь такой каверзный, где есть каверзные вопросы. Конечно, профильная математика – это очень сложный предмет, и ее очень многие ребята сдают, и каждый год бывают сюрпризы на этих экзаменах. Но мы все равно ждем 100 баллов. И, ну, конечно, и другие экзамены, которые вот еще впереди ребятам сдавать. Ждем 100 бальников. Я уже сказала о том, что в нашей студии сегодня номинанты на получение премии «Выпускник 2018 года». Ваша гимназия принимает участие в этой премии ежегодно. И были успешны, были победители, были победы. Какие шансы в этом году на победу? Татьяна Борисовна, я знаю, что активно идет голосование. И могут ли еще жители Одинцовского района во все это включиться, поддержать наших ребят? Да, я призываю жителей Одинцовского района обязательно поддержать наших ребят. Я думаю, что в вашей программе будет дана ссылка, да, где нужно будет голосовать. Мы и в этот раз тоже заявили, ребята заявили себя на премию «Выпускник 2018». Надо сказать, что мы с первого года этой существования этой премии, участвуем в ней и активно и плодотворно участвуем, потому что у нас там были победители. В некоторые годы даже и 2, и 3 победителя, не просто номинанты, а победители. 3 года подряд мы уже получаем звание «Самая активная школа». Вот. Нас уже там знают, узнают. Премия проходит в Кремле. В Кремле. То есть каждый год вы ездите туда, готовитесь. Вот как там все это проходит? Да, премия проходит в Кремле. В самом центре нашей России, конечно, выпускной в Кремле, в центре России, это просто здорово. Все проходит очень торжественно, там всегда очень красиво. Выпускники – главные герои. Сначала они идут по красной дорожке в Кремль, затем различные интерактивные площадки на всех этажах Кремлевского дворца, а потом начинается сама церемония. Конечно же, очень интересно присутствовать на этом концерте, это концерт-церемония, потому что ты ждешь результатов. И вот, как правило, бывают 4 номинантов, и потом кто-нибудь из известных артистов, смотря в зависимости от того, какая премия, да, или там даже министров, ученых, спортсменов, выходят и представляют победителя. Это, конечно, все очень волнительно, очень интересно, захватывающе. И нам всегда интересно, потому что мы участвуем в этом. И в этом году у нас 4 номинации представлены. Это
это творец года Юра Карпов, это спортивная надежда, это широких мила, и юный Цезарь Оскар Музафаров. И четвертое это командир корабля, классный руководитель 11 А-класса Симонянск Галина Акоповна. Вот. Мы все идем в четверках. Вот. Ну, в общем, шансы на победу есть в каждой номинации. То есть в четверку мы надеемся войти во всех номинациях, ну а там уже... Ну по регламенту ведь каждый номинант должен был представить свой ролик, да. Рассказать о себе. Да. А я думаю, как создавались Оскары? Давай дадим слово первому. Расскажи о своей номинации, о своем видеоролике. У нас, конечно, есть возможность, сейчас наши телезрители посмотрят его. Да? Давайте посмотрим сначала, а потом продолжим. Да. Чтобы внимание на экран. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Угадайте, о ком идет речь. Незаурядная личность, в характере которого сочетается мужество с тонким эстетизмом, стремление к успеху, щедрость и упорство. Его цель – стать первым везде, человек дальновидный, с гибким и быстрым разумом, а также с невероятной силой воли. Мы думаем, это Юлий Цезарь. А если еще пару качеств? Увлекается экономикой, интересуется математикой, побеждает в олимпиадах школьников. Так это же Оскар Музафаров! Меня зовут Оскар Музафаров, и знатоки не случайно перепутали меня с древнеримским полководцем. Как говорил Цезарь, каждый кузнец своей судьбы. Вот и я начал ковать свою. Мне 18, и я с легкостью могу рассчитать дебет с кредитом и объяснить, почему изменяется курс рубля. Мой интерес к экономике появился сам по себе. Еще с детства я часто смотрел новости вместе с родителями. Там часто рассказывали про политическую ситуацию в стране и про курсы разных валют. Это было ужасно интересно, но не всегда понятно. Соответственно, здесь главное, какая проблема? В 10 классе у нас появился новый предмет – экономика. Именно эта наука научила меня смотреть на мир по-другому и дала ответы на все вопросы. Я начал понимать действия политиков и банков, которые раньше казались совершенно бессмысленными. Я начал понимать, как образуются цены на товары. Я начал понимать действия людей вокруг. Я всегда стремился к чему-то большему. В 4 классе я стал лучшим учеником гимназии, всегда был отличником и часто выигрывал школьные олимпиады. За 7 лет почти ничего не изменилось. Я все так же отличник и иду на золотую медаль. Вот только папка с дипломами стала потолще. Появились грамоты за победы в экономических олимпиадах и конкурсах. Главный из них – за первое место во Всероссийской открытой олимпиаде по экономике. За свои заслуги я получил премию главы Одинцовского района. Но не думайте, что я целыми днями сижу за учебниками для того, чтобы добиться таких результатов. Я веду активный образ жизни. Поэтому всегда нахожу время для встреч с друзьями, участвую в субботниках, школьных спектаклях, даже веду балы и концерты. К тому же, я не представляю свою жизнь без спорта. Это медаль за мою победу. 4 года я занимался самбо. Но теперь мне по душе более экстремальный спорт. Лонгборд. Я стараюсь быть разносторонним человеком, но основным направлением я выбрал экономику. Мои победы дают мне возможность учиться на бюджете почти в любом вузе страны. Кто знает, возможно, именно я в будущем сделаю рубль мировой валютой и войду в историю как первый министр экономики, который ездит на работу на лонгборде. Почему юный Цезарь? Оскар, да, почему рассказывай именно о том, эта где номинация? Все. Ну, номинация предполагает сама по себе участие в каких-то олимпиадах, какие-то заслуги в этой сфере. И я в этом году активно участвовал в олимпиадах по нескольким дисциплинам. И, соответственно, понял, что могу подойти под эту номинацию и решил, что буду в ней участвовать. Получается, сняли видеоролик, придумали, как все будет, и все. Кто помогал тебе в создании? Кто поддерживал тебя в твоем решении на соискание этой премии? Ну, конечно, школа помогала, одноклассники. В общем, все так вот коллективом. Родители, несомненно, тоже помогали. Ну, какие у тебя шансы? Как ты считаешь? Ну, в данный момент на сайте я лидирую по количеству голосов. Ну, надеюсь, так и будет дальше. Ну, ты бы хотел, чтобы вообще все жители поддержали вас и продолжили активно голосовать? Ну, конечно, это будет очень приятно. Голосуйте. Ты все-таки отправишься в Кремль за премией? Да, обязательно. Будем прославлять Одинцовский район.
И дальше. Одинцова, да, и нашу лингвистическую гимназию, да, Оскар? Оскар, какие у тебя планы после того, как ты сдашь все экзамены, выбрал ли вуз, какое-то направление, куда ты хочешь пойти? Да, вуз выбрал, иду на направление экономики, это точно, потому что я участвовал в олимпиадах по ней, и это направление как-то мне наиболее интересно. Вот, и планирую свою жизнь связать тоже с этим направлением. Сегодня можно говорить о том, что, ну, все, 11 класс закончен, осталось еще, ну, так, несколько формальностей, да, это пару экзаменов, получение аттестата, поступление в вуз, ну, и все, в общем-то, взрослая жизнь. Какими были эти 11 лет? Ой, ну, когда-то было тяжело, когда-то просто. Но вот этот год был, наверное, наиболее тяжелый в плане... у нас была весь год подготовка к экзаменам, но вот теперь все, закончилось все. Как ты считаешь, вот твой секрет успеха, как вот тем, кто в следующем году отправится в 11 класс, да, сегодня они 10-классники, но завтра они уже станут 11-классниками, что необходимо им сделать для того, чтобы успешно сдать экзамены? Ну, наверное, просто много готовиться и понимать, что ты делаешь вообще, и поставить себе какую-то цель, к которой ты должен стремиться. И к ней уже идти разными методами. Ну, в любом случае, эта тема признана. В премии участвуют именно те дети, которые показывают лидирующие, занимают лидирующие позиции по тем или иным дисциплинам, тем или иным направлениям. Да. То есть вы тоже проводите, наверное, внутри школы какой-то отбор, да? Есть понимание, кто будет в этом году, кто будет на следующий год участвовать и прославлять школу и муниципалитет? Конечно, но желание здесь тоже играет большую роль. Конечно, вот если правильно Оскар сказал, в этой номинации «Юный Цезарь» здесь нужны особые заслуги в олимпиадном движении. Оскар у нас победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в двух предметах, да, по двум предметам, и участник Всероссийской олимпиады школьников, то есть заключительного этапа. Понятно, что, конечно, он подходит очень на эту номинацию. А надо еще сказать, что он у нас отличник, он вообще-то медалист золотой, и Люда тоже у нас медалистка. Людмила не только хорошо учится, но она еще и спортсменка, причем со спортом не собирается связывать свою жизнь, но гимназию, район она представляла и представляет спортивную различных соревнованиях. Людмила очень творческий человек. Она и не только в спорте, в общем-то, проявила себя. Она у нас и постановщик танцев, и очень много, в общем-то, занималась общественной жизнью в школе. Спортом я занимаюсь 5 лет. Гимнастика, акробатика, танцы, баскетбол – это те виды спорта, в которых я достигала невероятных успехов. На протяжении многих лет я защищала честь школы на региональном этапе Всероссийской олимпиады по физкультуре. Также с позапрошлого года я с одноклассниками увлеклась баскетболом. В этом году мы победили в финале городского этапа спартакиады по баскетболу и выбрали суперфинал в области. Мои одноклассники и учителя поддерживают меня в моих успехах. Спорт – это важная составляющая часть моей жизни. На данный момент я увлекаюсь баскетболом, волейболом, футболом. Зимой катаюсь на сноуборде, лыжах и коньках. Я буду продолжать заниматься спортом и достигать новых высот. Юра, расскажи о своей номинации. Я принимаю участие в номинации «Творец года». Эта номинация подразумевает показ работ уже на более высоком уровне за пределами школы лично для меня. Я вспоминаю свой восторг, когда увидел свои первые распечатанные кадры. Запечатленные мной моменты остались в вечности. Когда я фотографирую, я вижу другой мир сквозь объектив камеры. Создаю свою реальность. Это приносит невероятно положительные эмоции. Счастье от удовлетворения своих амбиций, от достижения поставленных перед собой целей. Ничего мне не принесло больше удовольствия от процесса и результата работы. Все вложенные силы и деньги окупились качеством фотографий, вниманием и интересом людей. Люди из школы вдохновляли и продолжают вдохновлять меня. Моя камера – это связь между мной и фотографией. Инструмент выражения, который нужно беречь, ценить, понимать и не держать в четырех стенах. Ей нужна свобода, движение, терпение. Через мои фотографии можно увидеть, как я менялся, каких высоких результатов я достиг. Это еще только начало моего творческого пути.
Юр, кто помогал тебе в создании видеоролика? В создании видеоролика мне помогала одноклассница, которая интересуется в целом кино, и ей это просто очень было интересно. И ну, работать с тобой, наверное, да, в таком тандеме. Каковы твои шансы на победу? Если сейчас поднажать, то в целом у меня есть возможность вырваться хотя бы на второе место и запомниться еще своей выставкой, которая тоже будет в Кремле. Что это за выставка? Расскажи о ней. Это выставка моих фоторабот, которые, возможно, будут в моем портфолио и помогут мне в будущем в поступлении, потому что то направление, на которое я собираюсь, это кинооператор. Оно подразумевает под первым этапом ДВИ. Ты, готовясь к премии, по сути, готовился к поступлению в ВУЗ. Да. Ну, это как часть для моей практики для поступления в ВУЗ. Я еще раз хочу напомнить нашим телезрителям, что вы можете помочь ребятам получить премию и звание выпускник 2018 года. Проголосуйте на сайте за наших ребят. Ежегодно ваши гимназисты, кто-то поет, кто-то танцует, кто-то устраивает выставки. Что будете вы представлять помимо вот этих работ в Кремле в этом году? У нас еще Урсул Ирина представляет свои художественные работы на выставке в Кремле. Это тоже действительно очень здорово, да? Своя собственная персональная выставка в Кремле. Вот. В этом году ребята наши участвовали в подготовке вальса и бальных традиций, флешмоба, бальные традиции. Ездили туда тоже, вот, репетировали. И потом в гостином дворе будет вот организован этот флешмоб. В этом году мы не представляли вот индивидуальное творчество на концерте «Мы таланты». Вот, но, тем не менее, вот активно участвуем таким образом в премии. Получается, вы организаторы, как уже организаторы, да, да, помогаете? Да. Да, да. И как организаторы, и как участники. Ну, вообще, я считаю, что это всегда очень интересно, когда ребята сами готовят свой выпускной и знают, что их ждет, и знают, куда они едут. Вот. Я знаю, что очень сложно попасть на выпускной в Кремль, уже практически нет на будущей премии билетов. То есть это действительно за 8 лет стало событием, наверное, для каждого выпускника, и каждый мечтает приехать на главную площадку страны. Конечно, потому что идет прямая трансляция всего этого мероприятия. Это здорово. Родители, учителя, все знакомые, все могут это все видеть. А потом это все осуществляется в записи. И фотографов очень много работает на площадках и Кремлевского дворца, и Кремля, и Красной площади. И все это потом остается в памяти. И можно сейчас же неограниченные у нас возможности, да, цифровые, оставить на память себе этот выпускной на всю жизнь. Это бывает только один раз. Поэтому, конечно, очень многие это все поняли и стремятся. Это просто очень здорово. Где у тебя был выпускной? Выпускной был у тебя в Кремле. И салют 15-минутный в честь только выпускников на Красной площади. Это, конечно, грандиозно, это масштабно, это державно, это здорово в центре страны. Вот такое только для тебя, для выпускника этого года. Мы будем надеяться, что наши телезрители будут активно за вас голосовать, и вы подниметесь за заветной премией. Татьяна Борисовна, что бы пожелали всем выпускникам? Удачи! Удачи на экзаменах и высоких баллов. И, конечно же, выбрать то направление, тот вуз, который будет, потом учеба в котором будет приносить удовольствие, радость, чтобы не произошло разочарование. Ну и от ребят буквально несколько слов. Я хочу пожелать всем сдающим сейчас выпускникам удачи, высоких результатов, уверенности в себе, отсутствие страха и высоких достижений в будущем. Успеха всем на экзаменах, ну, ни пуха, ни пера. А я желаю всем будущим выпускникам, которые будут выпускаться в следующем году или через 2 года, заниматься и еще раз заниматься. Голосуйте за нас. Спасибо, ребята, огромное, что нашли время. Пришли сегодня в нашу студию. Я желаю вам успешной сдачи всех экзаменов и поступления в ВУЗ, который вы выбрали для себя. Будем голосовать за вас и ждать
результатов с премии «Выпускник 2018 года». Голосуем вместе. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока!